друзья, меня зовут Сагира Ван, это по каналу Мистер Кэт, мы продолжаем. Супер легендарное прохождение прозрачных ут, режим выживания и без смертей. Темное братство. Она как музыка, да? Всем привет, ребят. Всем приветик. У меня помутнение. Ванюшка, привет. Красавчик. Ребята, всем здрасте! Хорошего вечера. Ваня, главное, громко, ногой такой, знаете, бах, все, я пришел. Ба! Что ты тут, папка, кричишь, а? Я тут поиграю с машинкой. Окей. Ребят, всем здрасте, всем привет, поставьте, пожалуйста, лайк, будем. Вот такая вот. Кстати, это не просто машинка, это машинка, которой я игрался в детстве. Я привез ее Ванюшке, и знаете, такое, я игрался, Ванюшка играет. Я когда-то собирал в детстве такие вот маленькие машинки, но я, судя по всему, в детстве ее разрисовал, наверное, тюнинг делал. И этой машинки реально очень много. Ну, знаете, самая обыкновенная машинка, их там еще, у меня там была небольшая коллекция, она растеряла. Все, держи. Блин, прикольно, я когда-то игрался, и теперь Ванюшка играется. Классно, да? Ребят, всем здрасте, всем привет еще раз. Да, проходим Темное братство. Очень много штрафов, нужно поспать. Да, спасибо. Уже помутнение, как видите, штрафы нормальненько так меня колбасят. Ну, я вроде бы недалеко уже от ТБ. Сейчас я все вырублю, все проверю и будем продолжать, ребят. Уже подготовил новое видео. Всех жду завтра. Да, ребята! Так, Ваня. Вань, ну не надо управлять моим давакином, пожалуйста. Блин. Ой, ребята, привет. Ленов, Кириш, Иосиф, Тимофей, Линк, Артур, привет. Марина. Да, Ваня, отлично. Давай залазить на телевизор. Ой, ребята. Ой, тебе привет. Привет, друзья. Какой ты нафиг танкист? Привет, мистер Харт, МР-1. Друзья, всем привет. Ну что, не будем долго тянуть и продолжим сегодня очень крутой квест. Да, связан с Цицероном. И мы будем решать, оставлять ли его в живых или нет. Окей. Так, окей. Давай все включим. Настройки, игра. Легенда. Режим выживания. Прозрачный ход. Самое, что не есть прозрачный. И яркость. Шикарно. Вот так вот. Вот. Черт, теперь бегом. К темному братству. Самое главное, чтобы сейчас не было никакого гоп-стопа. Ага. Мана так не так уж и много, потому что штрафы. Задание выполнил лучшим способом и получу, скорее всего, бонус. Но сейчас я это узнаю. Иван, привет. Мистер Нурик убить. Ну, давай сейчас не спеши. Потом устроим голосование. Ах, наконец-то. Я с нетерпением ждала твоего возвращения. Гай Марон мертв. Да, я знаю. И Астрид тоже знает. Тебе удалось выполнить все условия и заслужить награду и подарок, о котором я говорила. Но знай, что возникла более срочная проблема. Это Цицерон. Произошло несчастье. Иди в убежище, Астрид все объяснит. Скрылок, привет. Шоу, привет. Димасик, Дискорд пока нет времени, прости, не обижайся. Это, конечно, все классно, но дайте я посплю. Я так там набегался, что я хочу выспаться. Ребят, всем здрасте, всем приветик. Как ваше? Ничего? Привет, друзья. Приветик. Алла, не убивай.
У меня до сих пор штраф на голод, по-моему, работает, да? Изголодавший. Мясо, мясо. Сладкие рулеты все съедим. Блин, а еды-то не так уж и много у меня осталось-то. Вообще немного. Не голодны. Не, кстати, можно получить еще бонусную. Если съесть еще чуть-чуть мяса, то можно получить сытый. Это запас сил восстанавливается на 10% быстрее. Это чуть больше. Ты ешь, было бы прикольно, знаешь, еще чуть больше ешь, и ты подхватишь там тошноту, переел. Ну да ладно. Ладно, ладно, ладно. Попробуй расслабиться, Визара. Дай эликсиру подействовать. Тебе скоро станет лучше. Спасибо, дорогая. Ты так добра. Боюсь, что причиненные шутом раны на теле так же плохи, как и на вид. Проклятье. Такого вообще не должно было произойти. Мы же были осторожны. Мы были осторожны и все же не досмотрели. А! Признаюсь, даже я не могу не согласиться. Я знаю, Марон мертв, но сейчас у нас другие проблемы. О Цицероне? Дурак совсем сошел с ума. Он ранил Визару, попытался убить меня, а потом сбежал. Настя, жди. Я знала, что привет. Психу нельзя Тимур, доверять. Бедный Визара. Боюсь, не говори. Так и есть. Цицерон закрутился, как смерть. И давай крушить все направо и налево. Было бы смешно, если бы он не пытался нас перебить. Не забудь о его бредовой проповеди. Про мать ночи, что, мол, она истинная глава темного братства. А Астрид всего лишь самозванка. Слушай, нам нужно решить эту проблему. Тебе нужно решить эту проблему. Вообще фишка с Матерью Ночью и Астрид довольно глубокая. Ее нужно будет потом раскрыть в видео, и там есть довольно крутая тема. Если в общем брать Темное Братство, Мать Ночи и еще кое-что. Ну, думаю, секреты Темного Братства мне выходят. Первая, вторая часть, будет и третья, друзья, и, наверное, и четвертая, потому что там очень много всего интересного. Так что все впереди. Что мне нужно сделать? Тебе нужно найти этого сумасшедшего и убить. Но сперва найди моего мужа. Убедись, Джейфин, что он я понятен. С Изюма. После это Харьковская область, Арнбьорн Украина. Был просто в ярости. Когда Цицерон бежал, Арнбьорн пошел за ним. Они исчезли в глуши. Обыщи комнату Цицерона. Может, там есть что-то, что подскажет нам, куда он направился. Если что-то найдешь, тут же сообщи. Мне нужно позаботиться о Визаре и успокоить остальных. Ребята, привет! Приветик! Обманул дурак. И кто теперь дурак, а? Визара, ты вел себя очень храбро. Если бы не ты, Астрид могла бы погибнуть. Она права. Я твоя вечная должница, дорогой брат. А теперь тише. Просто... Ваня психует. Кстати, ребят, ничего, что я запустил так рано? Просто сегодня воскресенье, думаю, вы будете не против. Если ничего, то кликните плюсик. Если не очень, то минус. Просто, чтобы я знал. Отдельно спасибо. Ваня бушует. Так, погодите, мне нужна комната Цицерона. Артурку. Фастмен, привет. Ага, вот его комната, и вот его, по-моему, пятый дневник, который появляется позже. Мирак, привет. Плюс? Спасибо. Ну, кому-то минус. Ну, прости. Спасибо, ребят. Спасибо. Да, кстати, опять по умолчанию у меня стрим на задержке, где-то 30 секунд, так что просто знайте. Спасибо. Так, не-не-не, по-моему, этот дневник нужно забрать. И тут более подробно, почему он так совершил.
Забираем дневник и обратно к ней. В дневнике мы узнаем, что он прячется в другом убежище. И это убежище Данстара. Удалось что-то найти? Вот. И что? Там написано, куда он мог сбежать. Спасибо, понял. Да, заброшенное убежище в Данстаре. Мне известен пароль на вход. Убежище в Данстаре? Зачем? Ладно, неважно. Тебе пора идти. Живо. Каждая минута на счету, так что возьми моего коня. Его зовут Тенегриф. Найдешь его снаружи у пруда. Скажу лишь, что он... один из нас. Гайден, да, найди, я знаю, Арн-Бьорна, за письмо это. Убедись, что он в порядке. А потом отправь этого шута в пустоту. И поруби его на много кусочков за меня. Вот так вот, прям салатик сделать? Может быть, есть другое решение? Слушай, темное братство — это семья. Настя, спасибо. Убежище — это семья. Аслан, приветик. И мы всегда принимали тех, от кого отворачивалось общество. Вервольфов, магов, вечно десятилетних вампиров, да кого угодно. Честно говоря, редко мне попадался псих, который бы мне не нравился. Проблема Цицерона не в его безумии. Он привержен древним устаревшим обычаям. Пути Матери Ночи — это уже не наши пути. Он просто не мог смириться с этим, и теперь ему придется заплатить. Угу. Не, по-моему, там будет слышно, что он скажет на Астрид. По-моему, будет. Роман Поповин, здорово. В первом своем прохождении, да. Я, честно говоря, не знал, что есть второй вариант. Как-то... Ты как-то особо даже с ним не общался, и... Я верила Цицерону, но он всех нас предал. Что думаешь о нынешнем ситуации? Цицерон потерял мое уважение, когда он ранил Визару. Убей его, и дело с концом. Батва, спасибо за 50 рублей. Привет, когда Обливион? Да, я, конечно, в шоке был от вчерашнего стрима. Я наконец-то прошел темное брат... О, господи, какой тем... Гильдию воров, древний свиток. Это как будто какой-то главный глобальный квест. Да, будет, но стрим по Обливиону, скорее всего, будет следующий на... Не, подожди. Или вторник, или среда. Угу. Спасибо. Так. Иди, сделай то, что следует. Я боялся, что этот чокнутый окончательно свихнется. А ты что думаешь? Искать теперь Цицерона — пустая затея. Этот шут сейчас переваривается в животе у Арнбьорна. Попомни мои слова. Вот так вот, да? Типа Вервольф его съел? Не людей убивать, друг мой. Берись за работу. Эх, все то веселье осталось в прошлом. Что думаешь о ситуации? Ладно. Может, я и ошибся. Может, приезд Цицерона было не к добру. Но даже я такого не ожидал. А знаешь, как говорится, нечего на зеркало пенять. Убей лучше шута. Гайден, я это покажу в видео. Я знаю, довольно интересная фишка. Сожги его заживо. Угу. Ну что, ребят, ну что? Давай-ка я сейчас тут пробегусь, посмотрю, не оставили ли они мне какую-то еду. По-моему, она должна обновляться, но не судьба. Судя по всему, особо еды тут нет. Батончики возьму. Немного помидорок, морковки. Тут есть яблочки, картошечка. А то как-то я уже, знаете, на расслабоне таком. Когда-то еды приготовила, а сейчас оно уже все закончилось. И полетим. Полетим в Данстар. Очень надеюсь, что сейчас дракон прилетит какой-то. И заберет. Отлично.
Кстати, можно в Фолкрит забежать, потому что есть соль, шапочка, чтобы не мерзнуть. Или просто в таверне купим еды. Все, погнали. Не будем задерживаться. Квадрат, квадратик, приветик. Мистер Сансарыч, не на одном. Да ладно, неужели не на одном? Акса, приветик, кстати. Привет. Виктор, дела классно. Дела хорошо. Дела супер. Проходим темное братство. И, ребята, возможно, я сегодня даже поменяю себе одежду. Возможно. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Да. 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 Я совсем забыл, что сейчас нам дают... Боже мой, красавчик. Глаза еще, знаете, прям сияют. Прикольно, видите, тут знак руки. И в Обливине точно так же, я помню, смотрел на седло его, тоже рука. Блин, но он же вампир. Он должен быть еще в шестых свитках. Просто обязан. Это ж конь, который живет вечно. Как думаете, будет он в шестых свитках или нет? Если будет, скажите да. Если нет, то нет. Погнали, Фолкрит. Погнали. Или не будем задерживаться, полетели сразу. Сейчас посмотрю, что у меня с криков. Воплощение, подчинение воли, точнее. Аутини Грив Ван Лав. София, привет. Приветик. Так, не-не-не-не-не. Мы сейчас туда забегать не будем. Отправимся дальше. Денис, привет. Да, черный квадрат на стандартном издании Легендари. Клуб творчества добавили только Special Edition. Точно так же его добавили Fallout 4. И 100% он будет в шестых. Так, самое главное, чтобы он сейчас меня не спалил. Еще раз я перепроверю. Шикарно! Такси подлетело. Привет, Кури! Полетаем вместе! Погнали! Не, ну согласитесь, так быстрее. О, леса Фолкрита! Классное место. Тоже, знаете, вот леса Фолкрита. Тут другие рифтонские, как березки. Тут гейзеры. Знаете, разная территория. И это классно. И, конечно же, по-любому такие разные территории будут шестых... Блин, что за эти шестые свитки прилип, а? Хватит все, хватит. Еще долго ждать. Еще в Старфилд до них поиграем. Данстар. Как скажешь. Приземляйся. Мудаль. Геймзетоп, привет. Денис, супер. Все супер. Такси, уровень. Лео, привет. Но лошадка наша быстра. Ну вот мы и на месте. Кстати. Это ж я тут прохожу... В сторону! Это ж, по-моему, единственный мальчик, Редгард, который... вообще есть в Скайриме, да? Или я ошибаюсь? Открою тебе страшную тайну. Мы раскрыли заговор с целью убийства Императора. Больше того, главный заговорщик — личный страж Императора. А, понятно.
Это то, что Астрид наплела. И слухи пошли, слухи пошли. Так, давай, наверное, сваливать, а то сейчас дракончик передумает и спалит меня. Глеб, привет. Гейда, не доставай, что я сказал, когда я расскажу. Все ждем. Так, давай-ка сохранюсь. А то сейчас в разговоре. Можно было догадаться. Правда, что ли? Что ж, маленький шут умеет ножиком махать. Ничего не скажешь. Но не волнуйся, я тоже не промах. Угу. Куда? Вон туда. В эту дверь. Там, похоже, какое-то старое убежище. Я бы пошел за ним, но я не знаю пароля. Андрей, реквием, ну, еще не скоро. Ладно, я тебе верю. Да и вряд ли от меня было бы много проку. Этот сморчок меня здорово порезал. Но я его тоже порвал. Почти наверняка пробил артерию. Не знаю, что ты там найдешь, но можешь просто идти по кровавому следу. Арнбьорн не съел его все-таки. Цицерон силен. Послен. Ну, ясное дело. Ты же 18 лишь не хочешь получить? За топ. Да ладно. За это не получает 18+. Невинность, брат мой. Фокус. Счастливый брак. Мечты. Невинность, брат мой. Добро пожаловать домой. Рома, привет. Рома Миронов, приветик. Дат, 666. Это круто. Но тут как бы нам намекают, что там опасно. Там очень, черт, опасно. Слышащий, это ты? О, я знал, что ты придешь. Пошлите лучших, чтобы сокрушить лучших. Астрид знала, что ее глупый волк не убьет хитрого Цицерона. Мистер Фокс, привет. Егор, слава Ситису. Арнольд, привет. Ну что, ребят, давайте, наверное, переоденемся. Тут ждет наряд Цицерона. Как говорится, к нему нужно идти в его одежде. Но я, наверное, не все переодену, но давайте посмотрим. У меня ботинки теней, они весят 0,5, носитель движется бесшумно. Они очень крутые. Капюшон, скрытность повышается на 25, это, конечно, хорошо. Вот, одеяние эксперта школы колдовства, но это, наверное, я поменяю, ребята. Перчатки теней весят 0,5. Кстати, свадебный наряд за собой таскаю. Вот, шутовская одежда весит 1 килограмм, доспех 0, цены выход 1/12 и... Урон одноручным оружием увеличен на 12%. На 12% это уже лучше, чем у меня. Уже наша бритва будет дамажить больнее. Егор, привет. За лучника? Ну, у меня сейчас смесь убийцы и лучника, потому что и кинжал по чуть-чуть качаю. Перчатки. Перчатки, кстати, тоже весят 0,5. Но почему-то мне красные нравятся больше. Не знаю почему. Чем эти, какие-то теплые такие, знаете. Не, наверное, свои оставлю. Сапоги. Вот сапоги, носитель движется бесшумно, весит 1 килограмм. Мои весят 0,5. Соответственно, мои все-таки будут лучше. А вот, по-моему, сапоги Цицерона именно в оригинале весят 0,5. Угу. Да-да. Да, кстати, и шутовская одежда, по-моему, цены выгоднее на 15, а урон одноручным оружием увеличен на 20%. Или на 25. Не, по-моему, на 20%. Именно у Цицерона этот сет более улучшен по зачарованию. И шапочка. Скрытность повышается на 30%. У меня же тоже на 30, да, по-моему? Черт, я ее одену. Вот такие вот мы. Ух ты. Какой красавчик. Ну что, ребят, сейчас будут довольно сложные призраки. И они могут навалять мне. Ой, как могут.
Так что будем предельно осторожны. Дай-ка я вспомню, что тут. Хилка. Вызвать лук. Восьмерочка. Инвиз у меня на шестерочке. О да, и бритва. Кстати, сколько сейчас наносит бритва урона? 45. 45, ребят. Слемчик, слем, привет. Привет, ребят. На Цицерона? Ну, немножечко. Аксов? Да. Рюкзак с клуба. Хамерион, у меня есть канал стрима Мистер Кэт, я уже залил видео. По-моему, доступ открыл или нет? По-моему, открыл. Ребят, уже на стриме Мистер Кэт есть мой последний стрим по финалу гильдии воров. Правда, начала нету, потому что мне всегда там заглючило, но слава богу, потом я записал, все хорошо, в хорошем качестве. Также можете посмотреть на мои там мучения. Жесть. Ладно, ребята, ладно. Конечно, тебя. Конечно, прокачаем еще. И пошли. Да-да-да-да-да-да-да. Вот эти ассасины. Но матери нужно кое-что еще. Ты убьешь хранителя? Или мне убить слышащего? Вот это уже безумие! Псих, да? Ладненько. Отец! Забери меня, типа, да? Так, погоди, а где его? Он полностью исчезает? Ладно. Ладно. Пошли дальше. Немножечко монеток. Насколько я помню, тут будут еще ловушки. Ух ты, черт! Ай, умный, умный! Мой дом хорошо защищен. Я всегда уделял внимание деталям, понятно? Деталям! А я убью меня! А я убью меня? Что он такое мелет? Ладненько, ребят, давайте мы отойдем сюда. Я кастану еще. Я не хочу туда бежать, когда там он меня встречает. Давайте сделаем вот так вот. Ух! Хорош! Е-е-е-е-е-е. Надеюсь, он там один. Очень надеюсь. Угу. Все хорошо. Слава Ситису. Ивака, Анастасия, слава. Gold War. Да ты что? Может, еще иллюзии побалуемся? Но, по-моему, они более высокого уровня и... По-моему, не сработает, ребят. Какой ты нафиг танкист? Давай. Давай, давай, спасибо. Ух ты, а тут их двое. И какая-то ловушка. Только что это за ловушка, я не пойму. Что она делает? Давайте... А, она, кажется, сбрасывает. Да-да-да-да-да, она сбрасывает. Давай попробуем. Ловите! Хорош.
Горите, 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 ассасинчики. Но прокачалась. Так если даже не срабатывает, все равно прокачиваются. Прикольно. Мана-то закончилась. Не, ну все равно они не дерутся. Так что там, наверное, придется мне вызвать своего дружка-помощника. Блин, самое прикольное, они с драконьими стрелами. Прикинь, вон у него драконьи стрелы, черт. Знаешь, какой урон огромный. Это с клуба, да, они тоже имеют эти стрелы, обалдеть. Помогай. Давай, давай, а ну-ка сейчас я посмотрю, что у меня насчет лука моего. Заряда еще есть. Так, куда вы свалили? Ребята. Нормальненько. Попадаю. Наверное. Или не попадаю. И по одному, и по второму. Как-то стрела летит криво, я не пойму. Есть. Так, стоп. Видали, какие они сильные? Уже шатали моего. Второй. Зомбяк с обливиона силен. Ой, черт, как-то стремновато, ребят. Ой, стремновато. Свалю, ем. Свалю, ем. Блин, а дальше их, по-моему, будет еще больше. Где он появился-то? А, я понял. Ух ты, черт, сейчас меня зарядит. Ага, того ушатали. Не-не-не-не, дорогой. Я с тобой не буду мериться стрелами. Я знаю, что ты меня укококишь быстро. Очень быстро. Угу. Пойдем. Слава Ситису. Армани, привет. Вот, видите, этот комплект. Исчезай. Стрелу заберу. Ты еще здесь? А, конечно, Цицерон, он уважает способности слышащего. Но ты не можешь хоть немного помедленнее. Я уже не тот, что прежде. Эх. Не тот, что прежде. Вань, хотел бы посмотреть фильм «Скайрим», Алик. Блин, ну это было бы эпично. Вот что-то на такую тематику, вот согласись, тема с драконами очень хорошо зрителям заходит. Очень. Ну, простой пример это... Боже мой, как этот сериал называется про драконов? Я его не смотрел, но... Престолы, ну что-то с престолами так. А вот... Вот просто представьте, ребята. Сделают какой-то фильм с драконами. С графика, как в Марвел, со всеми этими спецэффектами. И тема Довокина, это просто шикарная тема, ну согласитесь. Тоже там какой-то крутейший сюжет. Не такой, конечно, как с Хереми, а то как-то уже неинтересно. То даже если так, тоже прикольно посмотреть на всех этих... Блин, но... Может быть, когда-то. Может быть, когда-то все-таки замутят такую тему крутую. Это было бы вообще жесть. Давай скушаем. Только усталость. Но усталость не беда. Илья, привет. Прикол хотел сказать. Игра престолов, да. Артем, приветик. Никита, Ванюша, хорошо. Супер. Адаптация прошла нормально. Все отлично. После бабушки. Да. Тут, по-моему, ребята... Ух ты, черт! Вышел. Нормально так. Он выскочил.
Ладно. Ладно. Так, ты что сюда бежишь? Вау, что-то вообще мне неудобно. Фигня получается. Хотя один уже развалился. Это вообще как? Ладно, неважно как. Но самое главное, он там один остался. О, черт. Он меня заметил, потому что дотронулся. Ладно, я сейчас отойду. Он развалил. Моего зомбяка. Ух ты, черт. Я, наверное, воспользуюсь зельем, хорошо? Спасибо. Давай, 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 давай. Блин, ну мне так боязно. Ладно, пошли. Пошли, пошли. Привет. Они тоже, наверное, разные бывают. Некоторые сильнее, некоторые слабее. Пока. Пока, дорогой. Соль. А этой штукой, по-моему, распаливают огонь, да? Поддувают два черепа кинжал. Артур, я играю за Редгарда, но бонусом не пользуюсь им пока. Разве эти стрелы не лучше использовать с луком Ауреля? Ну ты же знаешь, какой у меня любимый лук. Так что тут уже от того, какой тебе лук больше нравится. Вот и все. Давайте погреемся, потому что, наверное, там будет холодно. Чиза, привет. Приветик. Убей Цицерона. Черный квадрат. Спасибо, ребят, за лайки. Гриш, привет. Это не та игра. Ты о чем? Окей. Пошли дальше. Опасности не закончились. Насколько я помню, тут ходит довольно... Ханадина, а тебе понравится. С самого начала в убежище этой части не было. Назовем это вынужденным расширением. Кто вынудил, спрашивается. О, просто зайди и увидишь. Угу. Это он намекает на... Вот этого вот. Ну ладно. Цицерон, он напал на эту шлюху Астрид. Но что делать несчастному дураку, когда его мать опозорена и осмеяна? Конечно, слышащий понимает. Удульфрукт, или как он там называется, уникальный тролль, который был еще в Обливионе. Но мы его пропустим. Он нам ничего плохого не сделал. И идем дальше. Никакого подвоха? По идее, нет. Ловушки. Все спокойно. Нам туда. Да, анонимчик есть на LE, мод выживания, называется Frostaff, по-моему. Или Frostaff, Mia, Milov, привет. Boy Twister, приветик. Panda X. Не убивай. Ладно, ребят, нужно еще до него дойти. Понимаете? Погодите. По-моему, тут нормально такая гоп-компания будет сейчас. Да, тут их больше всего. Придется чуть пострелять.
Некоторые изичи вообще с двух стрел, это странно. А, ну по-моему лук-то у меня прокачанный, ребята. Прости. Блин, сандаку своему прям в голову. Еще главное крит выскочил. Там нормальный урон такой выпал. Да, вот это вот тяжелый. Блин, мимо. Висяк. Опять висяк. Так, лук, что с тобой? Такое, конечно, у мужиков бывает, но давай, прекращай. Готов. Готов. Дэн Босс за, привет. Приветик, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, пока все хорошо. Цицерон признается. Он думал, что слышащий уже мертв. Эх. Тимур Гафаров, спасибо за 50 рублей. Меня бомбит. Я тебе пишу. Короче, хотел сказать, что ты можешь вызвать Ада Винга и приручить. Да? Ладно, я проверю. Спасибо. Бомбит, тут же пишешь, да, 10 раз. Понял, понял. ББС, привет. Спасибо за твой донат. Может, просто забудем об этом? Что было, то было, что скажешь? По-моему, тут будут еще ребятки. И, по-моему, они сейчас могут меня... Да. Я помню, что это как-то маловато для этого коридорчика. Давай нашу приманочку. Мимо. Да, их тут трое. Или двое. Ага, я понял. Двое изи и один главарь. Настройки играю. Да на легенде я играю, ребят. У меня просто изначально лук прокачан, да? Если, например... Да-да-да, лук 86. И гибельная грань у меня наносит 118 урона. Ну, это не так уж и много, скажем так. Но ассасинчики поразлетались. Пойдем дальше. Пойдем, ребята, дальше. Так, большой сундук, надеюсь, без ловушек. Мастер, давайте разогреем. Пощади. Таня. Какие идеи на следующий ролик? Это страшная тайна, но скажу больше, что следующий ролик уже готов. Уже готов и будет загружаться. Я сегодня утром уже поработал. Так что завтра в 10 часов или... В 2, не знаю точно, я выложу. Просто дело в том, что мне завтра приходят батареи менять. Квартиру мы там заказали. Ну, по чуть-чуть делаю ремонт. Сначала там батареи, двери межкомнатные нужно уже купить. Так что, надеюсь, что много это времени не займет. Ну, давай. Блин, сейчас ломаю. А-а-а, черт! Там чуточка осталось. О. Есть. Амулет Мары. Камень душ. Дайдрический топорик. Ух ты. По-моему, еще никакое дайдра оружие мне драконе выпадало, но дайдрическое нет. Нгаста, привет. Не убивайте Цицерона. Ребят, дайте дойти. Алекс Плей, привет. Да, Алекс Плей, я знаю, что с масками, с этой одеждой, там много разных приколов, багов, особенно с аргенианами и каджитами. Но это жутко смотрится, оно глючит и не доработали. Ну, конечно, столько вариантов, можно понять разработчиков.
Ух ты, черт! Вот это сюрпризик. Да прикинь бы, как бы он меня наказал, если бы я был сам. Он просто подбежал бы по голове меня. Ой-ой-ой, ребят, это, по-моему, такой нормальный. Потому что мы его гасим, ему пофигу. Нормальный сюрпризик, да? Без зомбяка я бы, наверное, погиб. Он просто с разгону. Да черт! Блин, по-моему, я по зомбяку попал. Да ёлки! Да, это хороший. Вот гад, он как будто знает, куда я стреляю. Ого, этого сюрприза я не знал. Реально, вы видели, он просто подбежал и на! Так бы не было зомбяка, он просто подбежал бы и по мне. Алексей Иванов, ты чего такой злой, а? Вас, Русик, привет. Ребята, простите, на все сообщения не могу отвечать, потому что нужно сегодня успеть много всего. И пошли дальше. Но в этом коридорчике, по-моему, все. Если тебя это утешит, мне немного неловко из-за Визары. Тупой ящер просто попался под руку. Но прошу тебя, скажи, что этот неуклюжий пес истек кровью. Это чтобы он не убежал, да? Ой-ой-ой. Вот и кончается спектакль. Занавес. Занавес. Уголь. Тут мы открываем дверь в убежище. И... Ну что, очень важный момент, ребята. Убивать Цицерона или нет? Напишите два, точнее, одно слово. Убивать или нет? Просто нет, не убивай. Или убить? Я прислушаюсь к вам, потому что, да, за некоторых фраз он меня бесит, но, тем не менее, не обязательно же его брать, правильно? Пускай живет, пускай делает свои безумные вещи. И, судя по всему, вот если взять его поступок, то да, он напал на Астрид, но Астрид тоже ж не ангелочек, да? Вообще не ангелочек. И Визара не ангелочек, они все там убийцы. Все. И вы должны это, как бы, учитывать. Убей. Убить. Нет. Даже не знаю. Не, ребят, судя по всему, я вижу все-таки не убивать. Нет. Не-не-не-не-не-не-нет. Даже показалось... Мой бот тоже пишет нет, мне показалось просто. Нет-нет-нет, чатик полетел просто. Спасибо, ребят. Не, все-таки больше нет, чем, да, как ни крути, где-то процентов 75. Я вижу, что нет, то и 80, и только 20, чтобы убить. Ребята, оставим ему жизнь. Угу. Я попался. Я сдаюсь. Есть только одно лекарство твоего безумия, Цицерон. Это я. Пора тебе умирать, предатель. Хранить молчание. Прикольно, знаете, если он же, по-моему, встает, начинает драться. Прикольно, если он встает, убивает меня с одной тычечки. Наверное, не, я не буду с тобой драться. Хранить молчание. Предпочитаешь слушать, да? Конечно, конечно, слышащий слышит. Шутка. Кира. Смешная шутка, дошла? Тогда послушай.
Не убивай меня! Сохрани жизнь бедному Цицерону! Гриш, не бомби! Я напал на шлюху Астрид! О да! Я сделаю это снова! Все ради нашей матери! Вернись к этой самозванке и скажи, что я мертв! Скажи, что я задушен собственными кишками! Но соври, да! Соври! Соври и оставь мне жизнь! О, да, ребята. Делай, что хочешь. Цицерон уже не может драться. В конце концов, Ситис рассудит нас обоих. Да, Ситис рассудит нас обоих. Блин, самое прикольное, у меня же, по-моему, есть еще очень крутой бонус, которым я... Черт, спина чешется. Не пользуюсь почему-то. Не убивай. Все, ребят, не будем убивать. Спасибо, понял. Таланты. Делай, что хочешь. Цицерон уже не может драться. В конце концов, Ситис рассудит нас обоих. Люсьен, ребята. Как же я забыл про Люсьена. Привет, делай, соскучился. Бак-бак. Цицерон уже не может драться. В конце концов, Ситис рассудит нас обоих. Нет-нет-нет. Хотя бы броню стырь. Не, нельзя. Делай, что хочешь. Цицерон уже не может драться. В конце концов, Ситис рассудит нас обоих. Кстати, тут опять же этот набор инструментов для пыток. Да, все эти плюшечки. Чтобы даже два инструмента для пыток. Неплохо. Делай, что хочешь. Цицерон уже не Салхас, может драться. В конце концов, Таня, приветик. Ситис рассудит нас обоих. Борщ, спасибо тебе. Я помню Скайрим своей юности и алый блеск на белых полях. Охотничий лук душ, 130 и очищенный малахит. Делай, что хочешь. Ух ты. Зато можно украсть у него 500 монет. Но, ребята, это может чревато закончиться. Цицерон уже не может драться. В конце концов, Ситис рассудит нас обоих. Ну, получилось. Я чисто случайно. Ладно. Оставили в живых, но забрали 500 монет. Ну, бартер, ребят. Бартер, все нормально. Так, надеюсь, сейчас ловушки меня тут не кокнут. Когда я на расслабоне такой. Все отлично, да? Какая жертва ждет нас? О, да. Ждет жертва. Так, погоди. Жертва-то жертва, но я, по-моему, не туда чуть-чуть побежал. Да, нам вот сюда. Нам будь сюда. Не, ребят, оставили в живых. Оставили в живых его. Потому что большая часть вас, ребят. Ну, если более глобально подумать, ребят, то все-таки его тоже можно понять. И есть там еще более глобальная тема, которую расскажу в видео. Угу. Иди, обещаю, будет интересно. Я пойду за тобой, дитя тьмы. Дитя тьмы. Боже мой, этот послен тут везде. Хочешь нанять лодку? Да. Я могу отвезти. Куда плывем? Салютьют. Винхельм. Давай, Винхельм. Залезай в лодку и располагайся поудобнее. Какая Алексей Иванов. Ждет нас. Что случилось? Амар, привет. Games the top. Хитман. Ха, мне до Хитмана еще нужно дожить. Тина. Дима, спасибо тебе за 100 рублей. Привет, Ваня. Давно не заходил к тебе. Ты все Скайрим мучаешь? Мучаю. Я тебе даже скажу больше. Я его буду мучить аж до выхода The Elder Scrolls 6. Прости, очень много инфы.
очень много. Очень много. Невероятно много. Очень много. Да, многие ребята пишут, что да ладно, Скайрим, его уже вылизали. Окей, тогда почему у меня до сих пор в списке на 3 выпуска вперед инфы и делать видео? Почему мне такое? Многие мне добивают, многие разные лорные ребята, которые раньше выпускали по Тессу, пишут, блин, мы не будем выпускать, потому что ну, про Скайрим знают все. Про Скайрим знают все, и мы не будем выпускать, потому что все знают про Скайрим. Окей. Я буду выпускать за Скайрим, если вы не против, ребята, потому что еще много всего хочу вам рассказать. Вот и все. Может, просто у кого-то фантазии нет? Ладно, ребят. Смотрите, кого хотите. И ни на кого не бомбите. Это самое главное. Потому что хорошее настроение – это всегда классно. Коля, привет. Мишин. Эрик. Давайте, наверное, все-таки забегу в местную таверну. И, блин, я, конечно, обалдел вчера на стриме, когда одел капюшон и понял, что да, он дает преимущество, да, он дает плюс 200, но в городах что нельзя в этом капюшоне бегать. То есть я наберу много вещей, захочу это все дело продать, и мне придется в скрытности как-то, ну это трэш, короче. То есть он и дает преимущество, это капюшон, который я в обливень положил, и не дает, потому что мне теперь придется искать какие-то... придется искать просто поставщиков. Вау! Борщ, спасибо за 50 рублей. Приветики, вот копеечку. Спасибо. У меня была одноклассница, фамилия Борщ тоже. Таня Борщ, у нее брат был и есть. Да. Спасибо тебе. Спасибо. Давайте зайдем. Трудностей не бывает. Это просто... По-моему, тут можно приготовить еды немножечко. У меня есть соль, у меня есть кое-какие продукты. Меня называют героем войны. Я не герой. Я просто солдат, попробуй свежим. Погляди. Пища. Арганианское кровавое вино. Ну, сопротивление яда мне не нужно. Я это смотрел. Нет, пока. Не-не-не-не-не. Спиртным баловаться не будем. Муку можно купить. Орешки в меду очень вкусные. Помидорчики и пирог. Маловато как-то у нее, да? Питье для жажды? Комната. Хорошо. Она твоя. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Будь как дома. Но постарайся ничего не сломать. Блин, этот сладкий рулет такой классный, он манит, но, по-моему, тут просто так брать еду нельзя. Я рвусь в бой, как и мой клинок. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. И самое прикольное, нельзя его взять. Главное, чашку можно, а сладкий рулет нельзя. Блин, я бы так сейчас, знаете, в комнату занес бы, спрятался. Скоро там. А, погоди. Ноги. Бывает такое, знаешь... Знают гнев Сидиса. Вот так вот нужно сделать. Ну и что, что с пола? Ну и что, я его обтряхну? Господи. Не вздумай распускать руки с Сусанной. Если она флиртует, то только ради чаевых. Все-таки нашел способ спереть сладкий рулет. Давайте поспим. Нормальненько, так 13 часов. Как там с рекордом? Бах-бах. О, нет, пока я не тренис. Пока эта тема... Когда я решал за Цирона, было 600 зрителей! Ого, пришли чисто посмотреть. Оставлю живых или нет, да? Ну, ребят... И холодный, как пустота. Оставил. Все-таки с ним в новом убежище будет, ну, как-то получше, согласитесь, да? Он носит какую-то изюминку свою крутую. Думаю, его стоит оставить.
Данил, привет. Ярс. Реалистичность. Что для тебя реалистичность, Ярс? Что? Мишин, дела хорошо. Настя, пак. А, точно, ждем, когда... Да, Настя. Это, конечно, факт. Тут пофигу. Даже если не заметили, все равно. Ага, Настя, она такая... Так ходит, так смотрит. Ох, стоп. Он тут спал? Сладкий рулет пропал? Так, все, наемники. Алло. Блин, ну это Скайрим. Кстати, они тут могут сейчас и прийти. Я могу от... Ну, куда? Залезай в повозку и отчаливаем. Рарат, привет. Укутаться. Квиризе, приветик. Что за свои? Дима, спасибо тебе за 100 рублей! Вань, киберпанк, то проходить будем? Будем. Будем. Будем, ты что? Конечно, будем. Он же выходит, когда в 20-м году, да? Тут совсем-совсем чуточку осталось. Конечно. Прям хочется, конечно, мне и видеокарту обновить до этого. Надеюсь, успею. Хочу, наверное, поставить себе 1080 Ti RTX. Вот это вот, мне кажется, нужно поставить, потому что... Моя, наверное, для этой игры уже не потянет. Я просто представляю себе этот, если я даже Deus Ex не тяну нормально. Привет тебе, путник. Странствующий менестрель и великовозрастный пострел к твоим... Добро пожаловать. Погоди. В мертвец. Погляди. У меня тут в глазах уже помутнение масштабное. Так что я хочу спать. Угу. Вот, посмотри-ка. Хорошо, она твоя на день. Казак Плей, привет. Дела хорошо. Мистер Рой. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Она. Что такое чебапчичи? Алексей Иванов, что? Что ты пишешь? Гриш? Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Шоровы кости. Симпатичный мужчина в Фолкрите. Вот так вот. Пища, пища, пища. Так, погодите, а я так и нигде не нашел, где можно что-то приготовить. Ладно. Ладно, я очень срочно хочу что-то. Лук парей жареный. Сыра. Орешки в меду и говядинка. Ой, хорошо так как стало. Но недостаточно, потому что 2 дня я ничего не ел. Веди, брат. Хаймен. Привет. Постой! Я тебя знаю. Да, ты меня знаешь. Но это тебе не поможет. Поехали. Тенегрив. Тенегрив, мой старый добрый друг. Боже мой, сколько прикольного с Обливиона перешло в Скайрим, если так масштабно. Помните мой выпуск, кто еще не видел? Люсьен Лашанс, есть отдельные видео у меня. Посмотрите, не пожалеете, если еще не видели. Это, конечно, жесть. Я как начал разбирать эту тему. Так, порядок. Я помню Скайрим своей юности и алый блеск на белых полях. На белых полях. Александр Наумов, привет. Зачем таскать с собой килограмм муки? Ренелин, ну, может быть, я захочу сделать себе каких-то пирожков. Тут же можно сделать пирожки. Ну, правда, действительно, с муки, по-моему, можно пирожки сделать только дома. Ну и что? Блин, мне нужно поставить факел себе на... Господи, куда я зашел? Не знаю, что бесконечно-то?
Бешенство, двоечка мне занята, там единичка, троечка, мне лечение, четверочка у меня. Что мне четверочка стоит, а? На четверочке мне ничего нет, так что, наверное, давай я поставлю факел. Не, бонитовая плоть мне на четверочке. Ничего. Повышение шагов. Наверное, повышение шагов я уберу. Но оно мне качает. Шестерка, семерка, семерку. Давай, наверное, я уберу восьмерку бешенства, потому что оно работает на более слабых существ. Пока уберу. Поставлю на факел. Арнбьорн в безопасности. Благодарю тебя. Но что с дураком? Да. Цицерон мертв? Цицерон мертв. Великолепно. Ложь. Ты просто прирожденный ассасин. Комарова. Знаешь, Лена, что? Привет. Можешь пока увидим. Оставить увидел, себе увидел. Тенегрива. Он отличный скакун, но в последнее время совсем застоялся без дела. А теперь, когда мы прибрали бардак Цицерона, самое время вернуться к насущным делам, да? Угу, хорошо. Каково мое следующее задание? Осталось еще одно убийство, прежде чем мы ударим по императору. Тебе доводилось слышать о гурмане, читать его поваренную книгу? Она пользуется бешеной популярностью. Гурман будет готовить особый обед для императора. Ты убьешь его, выкрадешь его грамоту и сыграешь роль шеф-повара. Этой частью плана занимается Фестус. Он близок к тому, чтобы выяснить, кто такой этот гурман. Поговори с ним. Угу. Хорошо. Береги себя. Я снова живу. Не обижайся на прозвище, вкусняшка. Я Вервольф. Так бы тебя и съел. Про темных ящеров все уже почти позабыли. Уровень в Скайриме больше сотого, по-моему. Но точно не помню. Из старых. А, вот и ты. Долго же вы там возились с Цицероном. Теперь давай перейдем к делу. Значит, Астрид тебе рассказала про гурме? Я надеюсь. Гурме? Значит, мне нужно убить и его и сыграть его роль? Слышишь? Именно так. Но сперва нужно узнать, кто он. Если, конечно, гурме это он, а гурме. Не она. Не гурман, а может, гурме. Может и женщиной быть, мало ли. Где искать? А, само собой, само собой. Во время своих расследований я наткнулся на это. Поваренная книга гурме, но не просто книга. Она подписана, видишь? Это, кажется, подарок от гурме какому-то Антону Верану. Я выследил Верана. Он живет в крепости Маркарт. Дранборн. Домашний повар. А этот Антон Веран знает, кто на самом деле гурман? Думаю, да. Так что тебе нужно узнать у Верана, кто такой гурме на самом деле и где его можно найти. Да, и когда закончишь с Вераном, убей его. Концы в воду и все такое. А потом тебе нужно будет... Ты меня слушаешь? Ну да, вообще-то. Я уже говорил. Тебе нужно будет убить гурме, конечно. А еще забрать его охранную грамоту, чтобы потом занять его место. Да, и если сможешь, спрячь тело. Чем дольше его не смогут опознать, тем лучше. Теперь беги. Угу. Это гурман в Скайриме? Да. Гаймарон привез гурме в Скайрим пару месяцев назад, по приказу своего отца, чтоб тот стал личным поваром императора. Но император отменил свой визит в последнюю минуту. Марон поступил умно и держал гурме под рукой на случай, если все изменится. Так что гурме... оставался в безвестности где-то блин, в Скайриме этот... на неопределенный срок. Что он там уперся и газует? Паучок. Но ты это поправишь. Ты чего газуешь? Еще эффекты такие громкие. Выглядеть маленький очень удобно.
Никто ничего не заподозрит. Ну ползи туда. Да, паучок заглючил. Уперся и... Никто не принимает меня всерьез. Последняя ошибка моих жертв. Что посоветуешь по поводу моего нынешнего контракта? Да, не убивай Гурме. О, я знаю, что придется, но это ужасно печально. Я обожаю его рецепты. Скоро мир станет безвкусным и грубым. Советуют не убивать. Неужели можно его не убивать? А может быть, он намекает на то, что действительно его можно не убивать? Не задумывались? Алиса, привет! Как там мой Каджит, Таня? Отлично. Отлично живет в селе, прекрасно просто. Ну говори, что там с этим бардом? Херн мертв. На этот раз я совершенно серьезен. Одолеть вампира — это сложная задача. Молодец. И если вдруг выпало сомнительное счастье подцепить сангвинари вампирис, не забудь полечиться. А то станешь, как наша Бобетта. Если, конечно, это не входит в твои планы. Вот денежки. Лорбук мертв. Чудесно. Я вот что скажу. Хороший бард мертвый бард. Вот что хочется на ручке. Ох уж мне эти песни и веселье. Коля, привет. Твоя обычная плата за работу. Логан. Да, по Блейз будет видео, ребята. Я уже создал, сбросил. Кстати, в следующей неделе, кто играет в Blades, это мобильные клинки, будет бонусная. Там будут за простое задание давать золотой сундук. 7 дней. Прикольно. Можно будет в день фармить по 2 золотых. Это классно. И особо много времени не тратить. Его работа только началась. Контракты? Действительно есть. 3, если быть точным. Первый – Дикус, грабитель затонувших кораблей. Дальше Марандруджа, караванщик. И Анариат, охотник. Ты знаешь историю Матье Беламона и великого предательства в Чейдинхоле. Расскажи мне о Марандруджо. Он опытный волшебник. Найти его будет нелегко. Он путешествует с караванами. Расскажи мне о Дикусе. Он органианский бездельник. Любит мародерствовать на местах кораблекрушений. Думаю, если испугается, попробует сбежать. Или уплыть, если вода рядом. Расскажи мне об Анориате. Этот лесной эльф держит лавочку в городе, а охотится на равнинах около Вайтрана. Убей его там, и никто ничего не увидит. Блин, за него жалко, конечно. Ну ладно. Что посоветуешь по поводу моего контракта? Думаю, Веран тебе быстро расскажет все, что нужно. Напугай его как следует, и он запищит, как корга. Понятно. В общем, если кто-то увидит, как ты нападаешь на Верана, стража в Маркарте будет в ярости. Ага, ну то есть нужно где-то спрятаться. Убивать, друг мой. И только потом, начать с ним общаться. В воздухе пахнет убийством. Этот запах я узнаю везде. Так, ребята, не пишите мне, пожалуйста, в стиме. Я это все слышу. Наверное, ребята тоже слышат, да? Коля, приветик. Бокс Арт, привет. Так, погодите. Все спят. Хочешь что-то спросить? Что посоветуешь? Что ж, если этот гурман просто повар, это будет простая работа. Только давай поосторожнее, чтобы никто не поднял тревогу. Игорь, Ваня сделал возможность тебя спонсировать. Игорь, я не знаю, как это сделать. Может быть, эта функция где-то включается, я постараюсь разобраться. Но мне кажется, это не всем дают эту функцию. Мне так кажется. Косяк плей, скрытность? Не, по-моему, мне скрытность не сотка. У меня скрытность чуть меньше.
У меня скрытность 92, но этого, в принципе, хватает. И можно еще добавить скрытности. Но, по-моему, со скрытностью все хорошо, и сюда сейчас не обязательно. Я бы, честно говоря, вкачал бы перк в одноручное оружие и дал бы чуть больше урона еще на 10. Это было бы круто. На самом деле. Очень круто. Боевая стойка. Или безжалостный удар. Это если я наношу сильный удар, это плюс еще 25%. А чтобы вы понимали, и так, возьмите там урон 1140 или 1350, и еще к этому 25%. Нормально такой бонус, да? Это, конечно, тоже нужно прокачать, но пока, наверное, буду сейчас качать одноручечку. В темном братстве я нашла друзей, любовь и истинный смысл жизни. Влад, спасибо. Что посоветуешь по поводу контракта? Тебе нужно будет избавиться от тела гурмана, правильно? Я часто прячу тела в воде. В озере, в пруду, в море. Угу. Вот она советует его спрятать. Убивай хорошо и часто. В реке. Ну что, я думаю, нет смысла, знаете, сейчас отправляться в Маркарт. Ну, мы-то прекрасно знаем. Мы прекрасно знаем, где он прячется. И почему мы будем сейчас круги наматывать, особенно когда мы играем в выживание, да? Так, это, конечно, все хорошо, но пойду я посплю, наверное, на кровати Астрид. Надеюсь, ее муженек не будет против. И отправимся. Думаю, успею, ребята, еще один квестик выбрать. Хочу, 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 хочу. Кстати, у меня же Алавы задание есть. Очень крутое, очень сложное. Ребята, ну, наверное, я его на следующем стриме пройду. Вань, сильно расстроишься, если будут в теплых песках? Если шестые свитки будут сильно расстроиться, граф? Я это не понял. В смысле, я, в принципе, предполагал, что он будет в песках. Оставит пустоту в душах. Просто очень много комментариев, что фу, я не хочу шестые свитки в пустыне, фу-фу-фу. Блин, ну это на самом деле глупо, ребята, так думать, потому что пустыня не всю территорию занимает Хаммерфелла, а только одну, наверное, четвертую, а может быть даже и пятую. Да-да, да-да, ребята, там и каменные участки возле Хайрока, там и пустыня, там и леса Сиродила, которые заходят, там очень классно, понимаете? Но пустыня это, конечно, что-то новое, с новой графикой. Все вы знаете, что даже разработчики показывали, что они фоткали камни, которые очень-очень похожи на те камни, которые могут быть в пустыне, понимаете? Потому что у них там это новая технология, то есть они снимают снимок, и это переносит в 3D графику. Они уже не создают графику. Это, конечно, гениально. Господи. Представьте, как упрощается система и как реалистично. Если раньше это все делали, знаете, ручками, это каждый там творец сделал, это было более сложно. Сейчас же они просто фотографируют, переносят это. И 3D графика просто вот в снимок. Они накладывают уже готовые камни. Это шикарно. Настоящая смерть. И если я правильно понял, ребята, это будет графика реальных камней, то, что есть в реальной жизни. Ну, блин, мне кажется, нас удивят. Мне кажется, нас очень сильно удивят в плане графики, в плане визуальных эффектов. Хоть и говорят, что это старый движок. Ребят, старый движок... Помните, вспомните The Elder Scrolls 3 Morrowind и посмотрите на Skyrim. Старый движок, да? Если вот такой вот большую ступень преодолеть, это тот же самый движок, но только это небо и земля. Согласитесь, это черт небо и земля взять Skyrim Special Edition и Morrowind. Так что чему тут удивляться? Плюс разница между... Артем, привет! Приветик! Плюс разница между Oblivion и Skyrim, сколько там уже, 10 лет? Не, подождите, между Oblivion и Skyrim там разница вообще понтовая была. Oblivion в 2006 вышел, а Skyrim в 2011. Это между 11-м и, точнее, господи, 11-м Skyrim и шестыми свитками там будет уже 10 лет, а то и больше.
Ну что, ребят, нам нужно вот сюда. Таверна, ночные ворота. Я думаю, лучше всего будет отправиться в Винхельм. Отсюда уже. Да-да-да-да-да. А сейчас погнали, может быть, вдруг прилетит такси. Нам повезет. Фрошарку, приветик. А, или ты Артёму. Веди, и я пойду за тобой, дитя. Тань, привет. Я чуть-чуть не туда пошел. Кстати, у меня же, по-моему, штрафы, я так и не покушал. Да, я голодный. Давай, наверное, что-то перекушу. Блин, зачем я хлеб съел? Ну, в любом случае, я не заболею, так как я вервольф. Иммунная система очень хорошая. Очень. Стоп, 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 стоп. Нам туда. Да. Алекс Лонг. Привет. Привет. Дарьяна. Завтра день рождения. И сколько тебе исполнится? Теперь мы с тобой связаны, объединены. Где взять бритву Нерунуса? Ой, просто так ее не взять. Не-не-не-не-не. Это страшная тайна. Она передается только в поколение в поколение. Понимаешь? В колено. В воздухе пахнет убийством. Тасадар, привет. Запах я узнаю везде. Никита, привет. Привет, Эбонхардский пакт! Женя, привет. Спасибо тебе. Привет, Вань. Удачного стрима. Привет, жене и Ванюшке. Что гадать, где будут шестые свитки? Они будут в Steam. Инфа 100%. Убийство гурмана. Да, да, это без... В душах, по-любому, скорее. По-любому будут в Steam... Да, что гадать. Мы знаем единственное, что будет классно. И придется... Господи, ребят, все по графику. Так, главное, чтобы это был не какой-то невидимый дракон. Я пока его не вижу. Куда он свалил? Убей повара и укради его имя. Не-не-не-не-не. Это и есть настоящая смерть. Вот он, вот он, вот он, вот он. Гул! Хадом! Захватил. Боже мой, я думал уже промажу. Я не знаю, такие вот драконы просто улетают. Или летают фиг знает где. Ну, он помнит меня, да? Он, как я всегда... В твоем распоряжении. Блин, это опять тут Довокин! Сейчас опять будет меня терроризировать. Полети туда, отлети туда, приземлись там. Да, да, это опять я. Он хотел свалить. Реально. Он просто-напросто хотел свалить. Винхельм. А, погоди, зачем Винхельм, если можно сразу туда полететь? Что я гоню? Зачем Винхельм, Ванька? Ладно. Притом без штрафов, это ж шикарно. Идеально. Павел, как дела? Дела классно, ты что? Дарьяна 15, понятно. Понятно. Уже почти взрослая. Так, он уже меня там ждет. Давай приземляться. Надеюсь, мы не напугаем никого. Сейчас приземлюсь. То, что мы на драконе прилетели. Ну, подумаешь. Подумаешь. Моя лошадка хочет в таверну зайти погреться. Синегривчик. Ой, хорошо тепло. Блин, а давайте сейчас... Нужна комната? Или просто меду налить? Хорошо, она твоя на день. Давай утолим твой голод. Блин, честно говоря, я хотел посмотреть еду. Но, в принципе, вот, у него еды побольше. Яблочки купим, картофель. Сладкого рулета нет. Я покажу нет. тебе твою комнату. Сюда. Ну, дайте я сбегаю на разведку. Не хочу пока... А? Не будет в легендарном торренте. Не, не будет, ты что? Будет супер...
Не хочу показаться грубым, но я не в настроении болтать. Да, конечно, не настроение. Приперся сюда, а его послали. Ты приезжай, а там посмотрим. Может, и не нужен будешь ты нам. Давайте выйдем. Артем Эсборн! Эсборн, спасибо за 50 рублей. Очень жду Скайрим. Прям каждый день играю по 30-40 минут. Слушай, ты прям 30-40 минут. Это идеально. Это идеально. Ты расскажи секрет. Как ты так можешь? Как можно? Ну, это правильно. На самом деле, не больше. Геныч, спасибо за 250 рублей. Иван, привет. Удачного стрима. Фулс рода. Спасибо, друзья. Спасибо огромное. Спасибо за твои 250. Ты, как говорится, ближе я стал к сладкому рулету. Спасибо. Да как можно? Ну, это правильно. На самом деле, компьютер — это не игрушка, ребята. Нужно в день вот строго часик, и все. И все. Не берите пример с плохих дядь, которые играют очень много. Не берите так пальцы, не выдавайте меня. В принципе, я сам сказал. Спасибо. Это же сейчас ночь, да? Надо, наверное, дождаться дня. Да, давайте дождемся. Просто интересно, у тебя реал такой нестандартный или переигрываешь, Максим? Какой нестандартный? Ну, это мой стандартный голос. Я так разговариваю. Иногда, конечно, с интонацией. Это реально мой голос. Да, я так могу и в компании поболтать. Или болтаю. Так, у нас есть комната. Давайте поспим. 8, 9, 10, 6, 7, 10, 12. Самый максимальный уровень в Скайриме 65535. Нормальный. Никарон. Дело хорошо. Вот он, плохой дядя. Димончик, зачем так? Территория игровых заданий. Убийство гурмана оставит пустоту в душах всего Скайрима. Вот даже он говорит. Это меня радует. А, это его радует. Да, с каждым заданием он выдает. Жень, спасибо тебе за 50 рублей. Все лошади в Скайриме те еще симулянтки. Когда на них скачешь, еле тащатся. Но стоит только сесть на дракона. Как они быстрее дракона до места добираются. Вот это вот точку. Вот это вот действительно точку. Ты летишь, а он уже внизу. Лошадка твоя уже внизу. И главное, и компаньон уже все прибежали, уже ждут, курят. Такие, блин, думают, где они потерялись? Это мне напомнило один сюжет сериала «Друзья». Там у них были роды, немножечко вам расскажу. И там Рос такой вот с Рэйчел, по-моему, летели, спешили, такой прилетают в больницу, такие, знаете, все класс, там за 7 минут, это просто рекорд. А тут друзья выходят, ребят, вы что, мы тут ждем вас уже, блин, полчаса, где вы были? Одни вышли, потом вторые тут такой... Ну просто, да, сериал «Друзья» — это мой любимый сериал. Эсборн, спасибо еще за 50 рублей. Ха-ха-ха, просто я уже так много в него играл, что не могу играть долго. Но как только посмотрю видос, опять захожу. А, ну теперь понятно. Ну теперь понятненько. Да, кстати, завтра новое видео уже сделал, буду заливать. Угу. Завтра или утром 10, или в 2 часа. Я просто не знаю, когда лучше выпускать. Ну, наверное, с утреца в 10 по Киеву в Москве. Угу. Просто знайте, ребят. Просто знайте, поставьте, пожалуйста, лайк и... Давайте продолжим. Сейчас, конечно, ждать не очень прикольно, потому что ты ждешь, голодаешь, устаешь, ну и так далее. И нужно еще знать особое расписание гурмана, когда он там выходит. Убей повара и укради его имя, ибо это и есть настоящая смерть.
Шикарно его прописали. Просто, наверное, отдельный человек его долго-долго-долго прописывал. С каждым заданием. С каждым заданием. Я просто забыл его, блин, надо было взять. Он выдает фразы. Именно по этому заданию. Случайно. И там ни одна, ни две, там, три или четыре. Это здорово. А где Ванюша? Светлана гуляет. Гуляет. Скоро прибежит. Давайте я не буду ждать на улице, потому что холодно. Я зайду. И я даже поступлю лучше. У нас же тут кровать, я просто буду часик спать. Угу. А зачем? Так мы и не устаем, получается, и высыпаемся. Вань, как тебе голову пришла идея назвать свой канал Мистер Кэт? Ну, по поводу того, почему Мистер Кэт и... Черт, что-то он не выходит. А вообще, я давно ребятам говорил, что... Я спросил совета у своей жены, и она говорит, да назови Мистер Кэтом. Я такой, блин, действительно. Понимаете, изначально, когда я думал создать... свой канал, я выдумывал какие-то сложные, уникальные ники. Что-то, знаете, что-то какие-то свои заморочки. Что-то думал, у меня было вариантов 10, наверное, каких-то непонятных, сложных, уникальных, неповторимых и так далее. А потом я подумал, блин, нафиг я вот это вот заморачиваюсь. Все на самом деле намного проще. То, что мне нравится... То, что легко запоминается. Вот и все. Даже образ этого кота у меня уже как-то... Ничем не могу помочь. Поговори с трактирщиком Хадрингом. Изначально был, понимаете? Этого кота с большими глазами, который сияет. Виталий, спасибо тебе за 500 рублей! Здравствуй, Иван. У меня вопрос. А в режиме выживания будет работать... Одна фича. Если в небольшом городе типа Драконий мост, совершить преступление, а затем сдаться, то тебя перенесут в столицу этого владения. Например, Солитьют. Кстати, да. Кстати, да, это работает. Это работает. Спасибо, что ты... Да, ребята, это, кстати, очень крутая фишка. Мне, по-моему, один раз сработало. Я такой, да-да-да, это ж можно так делать. Действительно. Блин, это очень круто. То есть, ты совершаешь какое-то мелкое преступление и отправляешься в тюрьму. И действительно, если, например, я Фолкрити сделаю преступление, захочу быстро отправиться, и может быть даже это без штрафов будет, и меня сразу Вайтран в тюрьму. Пожалуйста! Блин, слушай, это просто гениально, можно так пользоваться и просто перемещаться. Спасибо, спасибо тебе за 500 рублей. Ты просто сделал мой стрим даже на 130%. И спасибо ребятам. Спасибо, ребята, за вашу поддержку, за ваши донаты. Огромнейшее спасибо. Кстати, вот он вышел. Вот он вышел. Если что, напоминайте мне за эту фичу. Угу. Да, в режиме выживания это работает. Это, черт, работает. Потому что в любом случае они ведут тебя в тюрьму. В любом случае, понимаешь? И, соответственно, к какому региону это относится, и туда ты летишь. Мгновенно, и, по-моему, без штрафов. Если ты ничего не наворовал, то это вообще круто. Ну, вот сидишь, ты... Понимаете, это не то, что в Обливионе вот жестоко сидеть. На самом деле, в Обливионе я узнал, что лучше в тюрьме вообще не сидеть. Потому что, блин, сейчас я паузу нажму. Если понизится твой главный атрибут, понимаете, там есть главные атрибуты, случайным образом... то ты можешь его не восстановить. Ну, то есть изначально, если бы он-то не был понижен, то ты мог бы поднять свой уровень выше, а так ты уже не поднимешь. А в Скайриме на самом деле все проще, потому что тут только прокачка убирается. Только прокачка, и все. Тут не убираются именно скиллы и уровни. И намного проще. Спасибо за твой совет и за твою поддержку. О, мои пришли. Мои пришли. А у нас еще задание. Гурман, по-моему, вышел, и я, кажется, знаю, почему он не идет. Я хочу побыть один, так что прошу прощения.
Давайте лошадку уберем. Он просто, наверное, не может пройти через нее. Вот, пошел, смотрите. Побежал даже. Он даже побежал. Да, ребята, это идеальное место для совершения. Отец ужаса действует сквозь меня. И его работа только... Самое главное, записку нельзя украсть. Но может быть, если бы у нас... Слушайте, а может действительно... Если, например, я как-то не проверял, у нас карманная кража будет прокачана на соточку, и у нас будет вкачан перк фокусник, когда мы можем экипировочное, ну, это ясное дело, может быть, знаете, тогда появляется это письмо, ты его тыришь, и он остается живой, а там ты врешь. Ну, это чисто предположение, мне кажется, такого не будет, потому что изначально тут нету этой вещи. Началась. Что это было? Нифига себе. Что? Вы прикиньте, фанов Сирана, вы прикиньте, нельзя обдурить систему. Вот блин, я-то думал, что можно, такой на расслабоне. Офигеть. Артём, привет. Не, нельзя. Оказывается, нужно сначала запугать, чтобы квест дальше проработал, и только тогда он становится смертным, а пока он бессмертный. Блин. Вань, ты тут не проедешь. Заехал на машине уже. Тесно. О, сынулька. Вот это да. Димас, что это за спутник? Он хочет жить, не убивай его, Артём. И не говори. У него вообще жизни очень мало. Он вообще без брони. И я сразу понял, что что-то тут не так. Обалдеть. Не-н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 е. Вот черт. А это самое начало моего стрима. Того сейва нет. Ну что ж, друзья. Вот такой вот обломчик случился. И лучше бы я на драконе полетел в Маркарт. Так бы уже сюда, наверное, прибежал. А так? А так, ребята, нам в любом случае двуглавый пик. Ой, не хотелось бы мне в двуглавый пик отправляться, ребята. Помните почему? Ну давайте рискнем еще раз. Я думаю, помните почему я не особо люблю двуглавый пик. Но сейчас сделаем исключение. Еще одно. И может, постараемся. Чем случайного прохожего в нашем. Анатолий Нездвецкий. Вот, привет. Приветик. О, ребят, страшное место. Самое главное, мне правильно туда зайти. Это самое главное. С правильной стороны, а то я помню, через горы как-то попал к нему. И это было очень-очень-очень-очень-очень-очень плохо. Закончилось для меня, как я не старался. Хит, смог, привет. Привет, ребят, приветик. Ну чё, невидимые драконы? А чё бы не? Да, я, конечно, был в шоке. Я впервые просто такое вижу. Сколько играю, знаете, как бы... Много багов мы с вами перевидали. Очень много, но с каждым прохождением я узнаю что-то новое. Кстати, ребята, вы скоро увидите еще что-то новое. Если завтра посмотрите видео. Блин, как-то я вообще не той дорожкой пошел. Давай сильно не буду увлекаться. Потому что...
Тут очень холодно. Очень-очень холодно. Хочу акцент на этом поставить. Я еще ни разу не умер. Но думаю, сейчас мы это исправим. Угу. Думаю, сейчас мы это очень быстро исправим. Ой, кажется, я правильно забежал. Да-да-да-да-да. Факел убираем. Как бы мне этого не хотелось. Крик. Есть. Никого нет, да? Все хорошо. Никого нет. Дракон улетел. Угу. Ну, давайте проверим. Ради спокойствия. Гул! Хадон! Я в твоем распоряжении. Спасибо. Аладик. Ну что, ребят? Погнали! Да, наш персональный невидимый дракон. Это смотрится вообще шикарно. Да, Аксел. Чисто персональный дракон. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Невидимый, забыл добавить. Персональный невидимый дракон, господи. Ларси, 2000, привет. Лео, пока. Казак Плей, да-да. Да-да, такое бывает. У меня там живет свой невидимый дракон. И он меня убил, помню, в первой встрече. Я обалдел. Думал, что это такое вообще? Ну, знаете, этому Довокину добавить бы еще метлу. Как, знаете, какая-то бабка-ведьма летит. Вот это вот, ну, очень похоже, черт. Ух ты, залетели, куда мы? Так, давай, наверное, приземляйся. Да, Тури. Могу. Да, Тури. Давай, давай, я что-то уже мерзнуть начинаю. Холодновато тут. Воу, воу, боже, что происходит? Люди снизу смотрят, думаю. Да, Тури. Могу. Сейчас приземлюсь. Во, нормально. Пока. Безжалостную силу? Да, не-не-не. Не-не-не, я уже как-то сражался с ним, с этим невидимым. Ну его нафиг. Наталья, привет. Генрик, почему невидимый? Произошло очень странно, это было на моем стриме. О, привет. Как-то раз, то есть я починил... О, тут, кстати, дракон до сих пор валяется. Нормально. То есть я его починил, он садится, я на него сажусь, и он начинает поглощаться. То есть я его поглотил, спасибо, Ваня, или и взлетел на него, только я взлетел уже на скелетном драконе. Держи, держи. И после этого я туда вернулся, и меня убил невидимый дракон. Ну, то есть... Что-то произошло с его текстурой, и он стал невидимым из-за того, что его поглотил. Но непонятно, почему он остался в живых. Это, черт, очень странно. Нет, я его не убивал, в том-то фича. Понимаешь? Он сел, я его починил, он сел. Может быть, произошло что-то, он как бы сам ударился, я не знаю. Но он не умер. Я на него сажусь, взлетаю, и он поглощается. Ну, то есть, такое странное ощущение, ты летишь на драконе, а душа его поглощается в тебя, как будто ты какой-то шансун, я не знаю. Блин, но... Ну, это, черт, странно. Пришлось убить, чтобы получить... И после этого теперь там всегда... Всегда. Александр,
Привет. Всегда. Невидимый дракон. Кстати, я думал, это я дух. Очень холодно, очень холодно. Так. Нам в подкаменную... Подкаменную крепость. Давид, спасибо тебе. Фанам все рано. Артем. Необычно, Генрик, очень необычно. Это у меня впервые такое, и... Выпивка и чистые комнаты. Это таверна серебряная. Питье для жаждущих, пища для голодных. Я такого вообще еще ни разу ни в одном своем прохождении не видел, и почему это странно, и даже ребята написали, что у них тоже как бы такого не было. Ну что ты мне носишь еду? У меня все, я покушал, спасибо, сынулька. Кушай сам. Очень странно, и походу ни у кого. Ну, у кого такое хоть раз было? Напишите, по-моему. Вообще говоря, может, это я Довакин. Ты знаете, тоже бывает в Скайриме невероятные легендарные баги. Это для тех, которые проиграли больше 2000 часов. Это, наверное, только у нас, да? Да. И когда новую игру начинаешь, он тоже. Не-не-не, скорее всего, там не будет. Потому что, понимаешь, сейчас же уже игра идет. И там постоянно один и тот же дракон, постоянно. Квадро. Ну, ходишь уже? Я хотел спросить, в каком районе ты живешь? Это черный квадрат прощается или кто? Ребят, следующее видео завтра. Завтра всех жду! Всех жду! Угу. Димасик, безжалостная сила не сработала, понимаешь? Если он бессмертен, то он бессмертен. При жизни я был лишь уведомителем черной руки. Но тебя назвали слышащим. Нет чести выше этой. Нет чести выше этой. Ну что, нам теперь тут нужно как-то уединиться с этим. Надо работать, не то Антон мне башку оторвет. Самое главное, наверное, чтобы нас охрана не видела, да? Не обращай внимания на собак. Они нервничают, если их не покормить. Какой у нее... Так, давайте, наверное, я одену один амулет. Амулет артикуляции. Он может мне помочь, если дело касается убеждения. Да-да, сотый раз говорю, я не бретонец. Родился в Хайроке, а потом приехал сюда. Я не из предела. Угу. Я знаю, кто ты, Антон, и откуда. Ах да, Хайрок. Родина, высокий... А, высокий бретонец. Не-не-не-не-не. Не, давай я знаю, кто ты. Кто ты? Чего ты хочешь? Гурман, кто это? И где его найти? Гурман? Никогда. Я не знаю, что привело тебя сюда. Но ничто не заставит меня предать друга. Я унесу тайну имени Гурмана с собой в могилу. Давайте угрозу. Во имя Темного Братства. Темное Братство? Эй, постой-ка минутку. Давай не будем торопиться. То есть наверняка же мой друг не захотел бы, чтобы я рисковал жизнью, верно? Конечно. Слушай, его зовут Балагог Гранолоб. Он орк. Гурман — это орк. Он живет в таверне Ночные Ворота. Это все, что я знаю. Теперь отпусти меня. Хорошо? Конечно, Антон. Спасибо. Ложь. Ладно. Хорошо. Чудесно. Пожалуйста. Я тогда пойду своей дорогой. Не обращай внимания на собак. Они нервы. Блин, а нам как бы по заданию нужно его убить. Угу, чтобы не проболтался, да? Вот если их не покормить. Ладненько. Ладненько. Придется сейчас немножечко... Одежда. Давай, наверное, я амулет артикуляции уберу. И верну свой. По-моему, у меня было ожерелье скрытности. Алхимия. Да, 15%.
Отлично. Пиксель Гейм, привет! Следующий стрим, возможно, завтра. Я ща приду, Скайриман. Приветик, кстати. Поздравляю заранее. Давид, подожди, может быть, я еще не пройду. Да. Убей повара и укради его имя, ибо это и есть настоящее. Если тебе что-то нужно, обратись к Антону. Он главный повар. Блин, ну что, пойдемте тогда поспим. Как ни крути, придется поспать, дождаться ночи. Но это лучше сделать ночью. Фану все рано. Лучше сделать ночью. Так что не будем сейчас рисковать. А то меня там могут и приделать. Гайки, ямайки-то. Курман, это орк-людоед. Что ты такое говоришь? Ты что? Наоборот, гурман это человек, который делает очень крутые блюда. Это личный повар самого императора. Ты что? Самые вкусняшки-вкуснятины. Было бы классно, если бы, знаете... В таверне «Серебряная кровь» есть крепкая выпивка. Это таверна «Серебряная кровь». Угадай? Хорошо. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Было бы классно, если бы... Просто мысли вслух. Например, мы оставляем гурману жизнь, ну, врём Астрид, что мы его убили. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. А он дает нам какой-то свой тайный рецепт. Какого-то блюда, которое просто там, ну, дает очень крутые бонусы. Ну, как вариант. Ну, к сожалению, такого нет, так что, увы. Бат 666, пока. Отец ужаса действует сквозь. Фана все рано. Что ты такое говоришь? В отличие от амулет с клуба? Ты что? То, что ты не знаешь, это не обязательно, что это с клуба. Песни. Ты что? Фана все рано, ты меня разочаровал. Ты что? Амулет с клуба. Драконы. Он никакой не с клуба. У меня отдельное видео за него было. Вижу, что Фауна все равно ни разу не проходил гильдию воров до конца. Да? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Илья, привет. DS250, да, насчет этого, мне кажется, будет за две мира что-то глобальное. Проклятые мятежники. Конечно, играем. Суперцеп приготовки пальца великана. Так, погоди, я не сюда. А, ты за Нордский имеешь в виду, господи. Что а я уже думал. Все понятно, извини. Извини. Доминион здесь. Это, думаю, странно, очень странно, чтоб ты не знал. Так, ладненько, давайте займемся делами нашими. Давай, наверное, все-таки кидану на себя защиту. Его построили две миры, старшие времена. Подумать только, целая раса уничтожена. А я даже не могу списать этот подвиг на свой счет. За Двемеров только что сказал, да? Да, ребят, насчет Двемеров, мне кажется, тема еще будет раскрываться. И я очень надеюсь, что в шестых свитках. Но это очень интересно, да? Мне кажется, это будет очень круто. Спасибо. Вот, ребят, почему, когда я играю за убийцу или за вора, не люблю... ...и великого предательства в Чейдинхолле. Он не хочет прыгнуться, нет? Мальчика, месть пробудится в сыне. А вот только что пасхалка была на главный квест Темного Братства. Угу. Ты не хочешь прыгнуться, нет? Тут бубанишь, я тут пытаюсь делом заняться, как бы... Так, погоди.
Это повар, а у него всегда есть вкусняшка какая-то. Сваливаем. Убрали оружие. Все, ребят. Все. Погнали. Теперь туда. Теперь в таверну. Ты соловей? Да. Я соловей. Я прошел уже гильдию воров. В лучшем виде прошел полностью. Джонни, привет. Приветик. Мы сегодня уже полетали на невидимом драконе. Да-да. На том самом. Как думаешь, свитки шестые будут в прошлом или в будущем? Вот, честно говоря, я думаю, что будет в прошлом, но не сильно большом прошлом по сравнению с Скайримом. Время между событиями, которые... Геныч, спасибо тебе за 100 рублей. Ваня, режим выживания только все. Да, именно то, что я играю, только в Skyrim SE, но на LE есть мод. Очень глобальный мод, который тоже добавляет режим выживания. Он называется Frost Tough или Frost Tall. Ребята, пожалуйста, напишите в чате. Спасибо тебе за 100 рублей. Да, ты можешь поставить, он совершенно бесплатный и отлично, по-моему, работает на LE. Но я его особо не тестил. Кстати... Ребята, а вот эта вот идея отдельно затестить и сравнить режим выживания Special Edition и режим выживания Frost. Блин, боже мой, у меня опять родилась идея. Спасибо, спасибо тебе. Мне кажется, это было бы классно, да? Сравнить, посмотреть, где лучше, потому что я особо тоже не знаю. Кое-что мне там визуально не нравится, но я полноценно им не пользовался. Спасибо. Frostfall. Вот, спасибо. Спасибо, ребят. Как сын? Хорошо. Все хорошо, слава богу. Frostaff, да. Сравнение годно. Спасибо, ребят. Спасибо, ребят, что оценили. Само собой. Ну, куда едем? Мне, честно говоря, самому очень интересно стало. Залезай в повозку и отчаливай. Очень-очень. Так, точно? Да. Стоять! Максим Ли, привет. Рад тебя видеть. Приветик. Подвести. А, нет, слышно. Так. Что-то я хотел сказать, сбили мне с мысли. Ладно, у меня такое частенько бывает. Так, бегом, наши штрафы. Да, у меня такое частенько бывает. Не, дракона нет, все нормально. Штрафы жесткие только. Убийство гурмана оставит пустоту. Корхун Влет, я не удивлюсь, что его уже портировали на... Простите, ЛЕ. Очень не удивлюсь, ребят, потому что... Там могут портировать все, что угодно, согласитесь. Местные умельцы могут все, что... Вайс, привет. Frostfall. Вот, панда. Не вздумай распускать. Хорошо, она твоя. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Спать. Ламповый стрим. Да, Йонг Сус. Когда играешь за убийцу, тут нет такого, знаешь, экшена, когда я играл за двуручника. Но, ребята, когда я докачаюсь, я поменяю стили. Я тут дай меняю знать, стили если и... Тебе еще что-нибудь нужно. Кстати, если я так буду дальше играть, то я буду карманные кражи очень долго прокачивать. Очень долго. Да, вот это норское колечко и норский амулет. О! Спасибо. Это клуб творчества. Это те амулеты, которые вы можете зачаровывать холодом. Баф на холод на 25% мощнее. Ну, чтобы все было лорненько и правильно. Как бы, почему норских нет? Они есть, их добавили. И очень жесткий штраф по...
Блин, не ту кнопочку нажал. Я думаю, трех будет достаточно, да. Эдриан? Конечно. Ты что? Будет на все платформы. И мне так кажется, что будет даже на... Потом портируют на консоли вот эти вот маленькие. Лошади. Nintendo. Целый день. Мне кажется, портируют. Ты хоть представляешь, какие они скучные животные? Пофикси задержку. Джонни, да, сегодня прям займу, чтобы по умолчанию не стояло без задержки. Спасибо, ребят. Постой. Я тебя знаю. Миша, будь здоров. Смотрел, но согласен, я там немного посмотрел, еще буду смотреть в последнем видео, ребят. Еще буду смотреть. Скайримен, пока. Ну что, ребят. Нам пряменько. Впереди, конечно, тут довольно опасное место. Ух ты. Понятно. Каджиты дерутся. Ой, каджиты сдаются. Это караван дерется с двумя саблезубами, очень опасными. Они на меня рыпались, и, честно говоря, если попали бы, я, наверное, умер. Так что я постараюсь сейчас эту территорию быстренько пробежать. В 2020 году... Не, рановато, Тимур. Рановато. В 2020 году нам скажут только... Покажут только тизер или даже трейлер. Мне кажется, что уже полноценно покажут нам что-то. И более масштабно покажут за Starfield. Это просто 100%. Мне кажется, что это просто должны. А вот в 2022 году... Ну и то, да, действительно, поговорили, что даже 2022 год это рановато. Хотя дата коммерческая была бы идеальной. Как по мне, это было бы просто шик. Но я тоже еще склоняюсь, что может быть такое, что только в 2024 году. Ребят, на самом деле время летит так быстро, что мы не заметим, как оно пролетит. Оно очень быстро летит. Очень. Все новые и новые проекты. Будет еще Cyberpunk. Невероятная игра. Огромный мир. Конечно, будем играть в нее. Конечно, я попробую. Конечно, ребят. Родион, привет. А это кто такой бежит? Что? Ха! Вот ты где! Я понял, то, по-моему, посланник. И, по-моему, у этой девочки есть очень прикольное письмо. Это случайная встреча по тайникам, да? Но оно нам сейчас не нужно, потому что там... Черт, одни эти саблезубы. Котенок, можно тебя обойти? То мне такое ощущение, что у меня без смертей не обойдется. О, нормально, вот мы как вездеход. Есть. Е-е-е-е-е. Ну что, теперь нужно дождаться того момента, когда гурман выйдет. На улице ждать не будем. Воспользуемся, как всегда, кроватью. Будем отдыхать по часику. А он рано или поздно... Нужна комната? Хорошо, она твоя на день. Питье для жаждущих, пища для голодных. Кстати, у него обновился инвентарь. Уже 2 дня прошло. Ладно. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Вау. Тасер, спасибо тебе за 50 рублей. Зашел только на YouTube, а тут мистер Кэт стримит. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Спасибо тебе, да. Темное братство, без смертей. Ну, пока, ну, на самом деле, самое сложное, что у меня было, это убить или не убивать нужна Срона, комната? Убежище. Или просто мед. Данстара, но я его... Так, погоди, а где моя койка-то? Вот. 1 часик. Спасибо тебе, спасибо за 50 рублей. Что это было? От меня не спрятаться.
спрятаться. Какого черта? Ребят, вам хоть раз в таверну забегал тролль? Что это происходит? Какого черта? Я такого не помню. Ребята, у вас хоть раз такое было? Что это, черт такое? Господи, он сейчас меня разок прорежет. Вот кто убьет гурме, ребята. Вот. Самое интересное, он всех завалил. Какого черта? Ребят. Куда ты собрался? Это что, какой-то киллер? От братства зверей, что ли? За гурме пришел. Ни следа. При жизни я был лишь уведомителем черной руки. Ребята, ни разу! Сколько я играю, чтобы тролль забежал в таверну? Ребят, я не знаю, что это за фигня, но самое прикольное то, что дополнительное задание не выполню. Гурме был убит на видном месте, его нужно спрятать, и это не годится. Мне или нужно сейчас быстро как-то постараться... Вот, только зашел, да? Давайте сюда зайду. Необычно, Аксов, не говори, это странно, это очень, черт, странно получилось. Главное, всех развалил, и я, честно говоря, уже боюсь спать ложиться. Нужна комната? Хорошо, она твоя на... Я не пойму, ты шутишь, что ли? Погляди. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Может, нужно 2 часа поспать? Ладно, давай 2 часа поспим. Обалдеть, если сейчас он опять появится. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Убийство гурмана. Фух. Блин, ну это было очень странно, ребят. Блин, да ладно, неужели он уже не выйдет? Ай, черт, видимо, он с утра выходит. Ладно. Пойдем поспим. 3-2-1, 1-2-2, привет. 7-8, 9-10, 11, 12. Да, наверное, даже 13 часов давайте поспим. Алексей Пучигов, привет. Илья. Покажи Ванюшу. Да ладно, есть Инстаграм, посмотрите там. Ванюша сейчас отдыхает. Покушать, 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 покушать. Ладно, пойдемте ждать гурме, гурмана. Надеюсь, он сейчас выйдет. Никого, черт, нету. У него, видимо, определенное время, когда он выходит. Блин, на улице я мерзну. Вот черт. Станислав, категорически вас приветствую. Привет. А может быть, троллик наведался, пока мы спали, его грохнул, и почему он и не выходит?
Не думали об этом? По совету норм артефакт. Кстати, будет видео по норм артефакту. Под кроватью. Блин, пошли посмотрим, где гурман. Потому что я не пойму. Что за ерунда? Он вообще тут, а тут. Тут, тут, вот. Все? Идешь на прогулку? Черт, не хочет что-то. Наверное, у него определенные часы, когда он выходит. А ну давайте еще подождем. Димасик, ну, в принципе, я с тобой согласен. Можно его спрятать в подвале. Ну, я хотел тут. Просто хотел тут. Знаешь, это как бы... Никого нет. Никто не спалит в контору. Ну что, ребят? Ну что? Убийство гурмана оставит пустоту в душах всего Скайрима. Это меня радует. Это его радует. Да, грамота гурмана. Гурмана. Забираем монетки и по классике жанра прячем труп. При жизни я был лишь уведомителем. Все, ребят. Станислав Морозов, привет. Да, да, все. Все готово. Арон Фокс, поверь, очень скоро. Очень-очень. Ну, давайте сейчас к нему забегу. Может быть, у него там какая-то еда, вкусняшки. Муки наберем. Почему бы и нет? Лютня. Ух ты, портфельчик. На 75. Черненький. Неплохо. Рулон бумаги. Соль. Помидорки. Да, ребят. Вкусняхи, пироженцы. И все. Под кровать ничего нет. Все, ребят. Выполнили. Выполнили. Прости, дядь. Дай-ка я пройду. Отлично. Шикарно. Просто шикарно. Ну что, друзья, на этом я буду заканчивать. Сегодня неплохо поиграли, прошли два квеста, ни разу не умерли, и дальше будет веселее. Сохранили жизнь Цицерону. И на этом все. Всем огромное спасибо, что пришли. Спасибо за ваши лайки, этот стрим отсюда удалится и перелетит на канал стрима Мистер Кэт. Заходите туда, подписывайтесь, и завтра я уже приготовил для вас очень крутое видео. Всех жду завтра. И, кстати, спасибо за ваши комментарии. Все, друзья. Фанов Сирана, Ларси, Димасик, Ультра Драгон. Пока, ребят. Пока. Артём, пока. Да, кстати, бывают у меня внезапные стримы. Просто, знаете, можете подписаться, кликнуть колокольчик. Так, просто так. Все, друзья, всем пока.